течение года спортсмены из Конаковского общества людей с ограниченными возможностями не раз доказывали свою силу, упорство и волю к победе на различных соревнованиях областного масштаба. Вот и сейчас, на состязаниях в Кашине, проходящих под девизом «Все вперед», они оказались на вершине пьедестала почета. Старты проходили в общекомандном зачете по 5 видам спорта – дартс, шашки, баскетбол, настольный теннис и армрестлинг. Благодаря усилиям каждого участника сборной были завоеваны высокие места в отдельных дисциплинах, но главным успехом стало командное первое место. Соревнования прошли удачно, это точно. Мы все повстречались, там пообщались. У нас знакомых много вообще по всей области. В Оржее, в Бологое, и везде нас встречают с цветами, так если традиционно выразиться. Несмотря на то, что соперники знают друг друга не первый год, на каждых состязаниях борьба идет на пределе своих возможностей, и им всегда есть чем удивить друг друга. По словам капитана команды Сергея Бабушкина, такие старты оказывают положительное влияние на атмосферу не только среди спортсменов, но и в обществе в целом. Это же поднимает у людей тонус, тягу к чему-то хорошему, отрывает от повседневных забот, что нужен человек, оказывается, где-то и чего-то. Соревнования в Кашине приятно, стали промежуточным этапом перед главным стартом этого года – областной олимпиады для людей с ограниченными возможностями, которая пройдет 16 декабря в Твери. Наш девиз один, молодые люди – не стареют душой ветераны. Еще я скажу – лучше умереть от износа, чем от ржавчины.